Пришли мне посылочки с сайта Joom, AliExpress, есть одна сборная Joom. Так что посмотрим. Сегодня будет немножко одежды, там кроссовки пришли, я уже по треках просто следил. Так что смотрим. Итак, берем первую посылочку. Это посылочка с сайта Joom. Открываем, что внутри, делаем надрезик. И внутри. Это такие маски. Ну, серые там еще где-то идут, черные. Вот такие, потому что, ну, выгоднее намного на Joom их заказать, чем на AliExpress. Сейчас я одну открою, посмотрю качество материала и скажу, какая это масочка. Ну, материал очень хороший, посмотрите, прошитая хорошо, здесь тоже все отлично. Масочка нравится серая, там есть варианты розовые, серые, синие, вернее такие голубоватые цветом, черные, так что пойдет. Итак, открываем посылочку с сайта AliExpress. Пришла она вот такой упаковочке. Так, нужно сделать аккуратный надрезик и посмотреть, что это такое. Так. Это уже вижу такая футболка. У этого продавца есть типа сюрприз-бокс. Можно заказывать футболку рандомно. Просто писать нужно размер. И они рандомно высылают на свое усмотрение футболочку. И вот я написал М-ку на себя. И сейчас посмотрим, что это за футболочка. Очень интересно. Вот такой материал. Вот такая футболка. Посмотрите. Вот. Такая Джек Дэниелс футболочка. Материал, видите, М. Вот так она простроченная. Вот такая. Неплохая, интересная такая футболка. И сзади сейчас посмотрим. Ну, мне нравится черная. Сейчас надо померить. Посмотреть, как она на мне сидит. Ну, в принципе, я думаю, нормально оно. Следующая посылочка. Тоже с сайта Joom, но здесь стоит Ческа Пошта, Чехия. Не знаю. Наказал на Joom, но посылка пришла с Чехии. Но это тоже международный магазин, так что может все быть. Посмотрим, что в этой посылочке. Так, в этой посылочке я заказал такие вот большие кухонные ножницы. Вот видите, пришли они в такой упаковочке с пупырышкой. Конечно, они выпали, потому что, ну, видите, не заклеили посылку. Так что этот конвертик еще даже мне пригодится. Ну, спасибо, что не заклеили. Так, вот такие ножницы. Это для разделения там рыбы, курицы. Вот такой чехольчик снимается. И вот сами ножницы, видите. Ну, остренькие. Такие зубцы. И вот кухонные. Вот здесь такой раздел есть. Здесь типа открывочка. Ну, такие ножницы хорошие в чехле. Ссылочку тоже оставлю. Неплохие. Ну, по качеству я вот смотрю, металл хороший, пластик. Ну да, я вот Xiaomi-шные я там открывал раньше ножницы. Там пластик, конечно, немножко покрасивее. Тут, видите, немножко такие. Ну, в принципе, за такую цену хорошие, отличные ножницы. На кухню, ну, всегда должны быть. Разделить курицу, там, отрезать там ножку, что-нибудь еще. Хорошая штучка в чехле с открывочкой. Следующая посылочка — это с сайта Joom. Ну, это я знаю, это я себе заказал кроссовки за очень смешную цену. Вообще, они и летние. Ну, заказал посмотреть, что пришлют, а там, ну, посмотрите. Так, пришли в пупырочке. Хорошо. Ну, без коробки, конечно. Ну, за такую цену кто в коробке еще что-нибудь пришлет? Открываем, посмотрим. Так. Вот такие пришли кроссовки. Вот так они сложены. Ну, это летний вариант.
типа, даже можно сказать, не кроссовки, а мокасины. Ну, вот что я вижу, посмотрите. Резина. Вот, гнется, все хорошо. Ткань. Не знаю, мне нравится. Еще померяю такой размерчик. Ну, я заказывал, у меня 43-й, вот ниточка какая-то торчит. Ну, я думаю, это не проблема, там, зажигалочкой подпалить. Будет держаться. У меня 43-й, заказал 44, потому что я знаю, что, ну, там маломерки в основном. Уже на размер больше заказывать, но еще померяю. Вот так, и вот. Здесь такие кроссовочки. Размеры там разные есть. Мне попалась там по акции, получается, была акция, а товар недели, я за 130 или, ну, что-то гривен заказал, сейчас они стоят около 300-400 гривен, но за такую цену запаха, если можно сказать, даже не слышу. Я когда-то уже заказывал кроссовки, только черные похожие, там был такой запах резины, но в этих, например, запаха нет. Ну, интересно, и мне понравилось. Ну и приступим к самому интересному. Мне нравится открывать разные сборные. И вот такая сборная Джум. В такой красочной упаковочке. Открываем, посмотрим, сколько они мне посылок наложили. Вот, посмотрим. 1, 2, 3, 4. Так, да? Берем первую посылочку из сборной. Что же это у нас такое? Так, что они здесь положили? Так, это для выпечки тортов такая ложечка, чтобы, ну, кулинары, думаю, понимают, что это очень удобная штучка. Сейчас мы откроем. Я так разрежу, расскажу, какой материал. Материал вот это дерево, покрашенная красным цветом. На, это дырочка, чтобы на гвоздик цеплять. И такая лопаточка. И вот, типа шпатель такой. Ну, для изготовления тортов. У нас как раз такой ложечки не было. Так что пригодится. Цену-то уже вы внизу увидите. Увидите металл такой. Ну, хороший, крепкий. Неплохо. Чехол. Следующая посылочка из сборной. Сейчас мы посмотрим, так скроем, чтобы аккуратно ничего не повредить. Что это у нас такое? Это такая подстилка для гладилки, чтобы там, например, тонкие какие-то вещи, чтобы, ну, не испортились. Вот такая сеточка-подстилочка. Стоит она копейки, там, я не помню, или за бонусы ее взял, или вообще за копейки. Ну, вот такой рисуночек. И вот поверх одежды вот так положить и гладить, чтобы ничего не подпалить. Такая сеточка. Ну, мелочь такое. Ну, а в принципе, я считаю, что оно должно быть в хозяйстве. Так, берем следующую посылочку из сайта Джум. Тоже такая в пупырышках. Она была в сборной. Это я такой заказывал тоже там за копеечки, такой, сейчас покажу, вот видите, ну, мерить так, мерить такой. Как говорится, такой метр, ну, материал здесь такой, как бы пластик, вот можно растягивать, а так что-то замерить, там одежду для шитья, для кройки. И вот здесь такая кнопочка нажать, и он собирается. Сейчас посмотрим, сколько здесь метров, потому что я не помню, заказывал. Ну. Угу. И собрался. 60 сантиметров здесь. Ну, такой удобный для кройки, для шитья, кому надо. Есть там цвета рандомные, там и синие, и зеленые. Да, вот видите, 60 сантиметров. Вот здесь, например, пишет в сантиметрах, здесь это фунты, наверное, да? Это я фунты показывал, 60. Сейчас посмотрим, сколько оно в сантиметрах. В сантиметрах 1,50 м. Вот видите. Так, 1,50 м. Так что 1,5 метра такой, как бы, линейкой пластиковой.
Думаю, замерил. И последняя посылочка из сборной, тоже с сайта Джум. Это кроссовки, но уже для жены. Не в размер 37, но я, как говорится, на Алиэкспресс тоже маломерки. Заказали 38. Померяем, узнаем. Тоже похожие на мои, но такие более женские такие. Вот, посмотрите, тоже типа мокасинов, такая розочка здесь зеленая, красная. Прошиты, мне прошивка вообще нравится. Вот, посмотрите. Ну, здесь какая-то краска на это, да. Не страшно, гнуться хорошо. Что-то подписано, такие белые, думаю, удобные. Ну, немножко ниточек есть там, это палевая спичка. Это, думаю, не... Ну, за такую цену, я говорю, это идеальный вариант. Решили попробовать заказать кроссовки. Там же вот, видите, Fashion, что-то подписано, такие белые. Вот, типа, мокасинчики такие интересные, ну... недорогие. Тоже есть черные, там разные расцветки, посмотрите. И можно вообще зайти в магазин этого продавца, там вообще разные варианты есть кроссовок. Это более такие летние, есть там зимние, теплые, обуви очень много и недорогая цена. Но за такую цену у нас, ну, можно только тапочки купить, а это уже, ну, получше тапочек. Так что смотрите по ссылочках внизу. Ну и заказывайте, что интересует. Так что вот так. Вот такая была распаковочка. Кому понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. И до новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся.